дирекция. Алло, здравствуйте. Скажите, Здравствуйте. пожалуйста, я живу в Керчи, вот в центре на 53-й армии, это, ну, в центре города Керчи, рядом с моим домом Митридатская лестница. Я увидела, что дирекция является заказчиком. Вот, нам неудобно очень не пользоваться лестницей. Сказали, что надо спросить у вас, когда можно будет лестницей пользоваться для того, чтобы, ну, спускаться нам не обходить, а спускаться по лестнице по Митридатской, ну, в город. Ну, я вам не могу ответить на этот вопрос, потому что на этот вопрос вам только Министерство культуры сможет ответить. Вы бы подготовили письмо официально? У нас наши городские власти, они говорили, что после 8 мая, ну, как, когда вот факельное шествие, вот такое вот у нас в городе обычно проходит, вот что с 8 мая можно будет пользоваться лестницей, ну, значит, там она уже как бы готова. А вот до официального открытия, до вот этих вот торжеств можно нам, ну, простым людям, которые живут-то там, спускаться, не обходить там 3 круга, просто по этой Но я, лестнице спускаться? к сожалению, я вообще как бы помощник директора и как бы вообще не в курсе всей ситуации. Вот. Это только Министерство культуры может вам ответить на Просто этот вопрос. я звонила, нам сказали, что связывайтесь с заказчиком. На паспорте, ну, вот эти вот бумажки Да, я большие такие поняла, да. висят, которые там написано, что это дирекция Алымчев. Вот так вот как-то фамилия написана. Я в интернете посмотрела, вот, посмотрела, что такое дирекция, что там действительно Алымчев, это вот Да, директор. наш Вот, директор, да. поэтому я и звоню вам. Нам уже сказали, связывайтесь с заказчиком, спрашивайте его. Потому что туда подходишь, там охранники, они нас, ну просто шпыняют. Ну, понятно. Хорошо, девушка, ну перезвоните мне минут через 15. Я с директором хотя бы узнаю информацию, тогда смогу вам ответить на Спасибо. вопрос. Дирекция. Здравствуйте. Я звонила, это из Керчи, ну вот по поводу Да. Митридатской лестницы, чтобы можно было ходить. Да, и смотрите, одно пояснение, которое могу вам дать, это то, что вопросы, как вам ходить, вообще не наша компетенция. Это Министерство культуры Российской Федерации решает, никак не мы абсолютно. Предположительно, открывается лестница 22 июня. По каким причинам там переносы, мы не можем ответить на этот вопрос. Ладно, спасибо большое. Будем ждать. До свидания. Да, до свидания. До свидания.